Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня проверил ход ремонта городских автомагистралей. В первую очередь устраняют аварийные участки. Уже в ближайшее время с красноярских дорог должны исчезнуть опасные ямы и выбоины. В этом году к укладке асфальта добавился ремонт трамвайных путей на проспекте Красноярский рабочий. По словам мэра, все работы будут выполнены в срок. Особое внимание тем летом уделят качеству дорожного полотна. Самое главное – это качество выполняемых работ. При производстве этих работ применяются железобетонные конструкции, асфальтобетонная смесь. Качество всех этих материалов должно досконально перепроверяться постоянно. Акбулатов отметил, вместе с ремонтом дорог облагородят и прилегающую территорию. На улицах города появятся новые общественные пространства с велосипедными дорожками, детскими площадками и зелеными насаждениями.